Завтрак, обед и ужин. Такой распорядок дня. Полдник, конечно, нужен, но я не хочу пока. Завтрак поем и я кашу, ее мне готовит жена. Овсяную кашку нашу и творог, конечно, с утра. Цикорий за место чая и булочки скромный кусок. Испачкав усы, вытираю, достав из кармана платок. Поев, отдохнув на диване, возможно, пойду в туалет. Вот время уже поджимает, что скоро настанет обед. В обед суп-пюре очень вкусно, свеклу, лук, вареный хлеб. И мне абсолютно так нужно, кефир также выпил в обед. Полдня времечко пролетело, как ужин уже настает. Картошечки мне захотелось, жена тут как тут все несет. Картошечку с рыбкой, с котлеткой, цикорий и всмятку яйцом. Из шоколада конфетку, какое меню, вот и все. Таков весь дневной распорядок, касаясь лишь только меня. Я был очень попросту краток, чего ем и пью я, друзья. Меню сделал после ковида, ковид осложнение дал. Диета моя всем открыта, чтоб каждый из вас понимал. Не ешьте соленое очень, и острого тоже нельзя. Нельзя жареного есть, впрочем, копченого есть никогда. Здоровье свое берегите, здоровье превыше всего. Оценку в здоровье найдите, чтоб было вам всем хорошо. Здоровье свое берегите, здоровье превыше всего. Оценку в здоровье найдите, чтоб было вам всем хорошо. Вот и все.